размер не имеет значения. Аквариумистам нравятся и маленькие рыбы. Возьмите, например, гуппи. Эта рыба может иметь несметное число цветов, рисунков и форм хвоста, что делает ее самым привлекательным домашним любимцем. Гуппи также легко размножаются и при надлежащем уходе могут жить в гармонии с другими видами рыб. Неудивительно, что эта рыба очень популярна среди аквариумистов. Ее родина – Южная Америка. Научное название – Пицилия ретикулятес из семейства пицелиды, но все обычно называют ее гуппи. Ее длина приблизительно от 3,5 до 5 сантиметров, и живет она около 2 лет. Крошечное тело гуппи зрительно увеличивается из-за плавников и хвоста. Популярные формы хвостов у гуппи. Дельтовидный, треугольные формы с яркой окраской и рисунком. Лентовидный, верхняя и нижняя часть хвоста параллельны. Двойной меч. Сверху и снизу этого хвоста имеются мечи. Лопатовидный. В форме лопаты. Круглый. Так выглядит хвост у диких гуппи. Копьевидный. Похож на круглый, но с выростом посередине. Ланцетовидный. Очень похож на предыдущий, но более вытянутый. Гуппи имеют разнообразную раскраску, что обусловлено генетическими вариациями. Мозаичные, неровные пятна. Есть много разновидностей с различными цветными комбинациями, но одна из самых популярных – оранжево-красный фон с черными пятнами. Трава. Черные метки более мелкие, чем у мозаичных гуппи, и состоят из множества мелких точек. Кобра. Эти рыбы имеют непрерывный рисунок, имитирующий кожу змеи. Смокинг. Половина рыбы черная, половина белая. Гуппи можно содержать в аквариуме с растениями. В зависимости от вашего вкуса можно использовать живые или пластмассовые растения. Гуппи также требуется растительная пища, поэтому в корм добавляют водоросли.